с каждым мазком получается, смотрю, все лучше, потому что сами делаем впервые. Для нас это тоже первый опыт, ни разу этого не делали никогда. Вот перед вами на камеру делаем это впервые. Ну вот, можешь показать вот так, чтобы камеру, руку было видно. Да. Сколько? 2 сантиметра. 2 сантиметра, да. Но вообще никак, ну, ничего нисколько не чувствуется. Ну, во-первых, это и утеплитель, да. И сама штукатурка, она тоже является утеплителем. Всем привет! Мы сейчас находимся на очередной серии про Спадар. Штукатурка белая с Белоруссии Спадар. В предыдущих сериях мы вам рассказали, что мы будем его испытывать на воду, на лед, на огонь и вообще на какой носитель он подходит. Вот ребята сегодня подъехали, он уже неделю у нас этот тестовые площадки испытывались. И сейчас мы конкретно расскажем, что с кем, с каким носителем хорошо подходит. Правильно я сказал или... Внеси поправки. Да, да, я думаю, что все правильно. Уже где-то неделя, да, прошла у нас. Набор прочности штукатурка набрала уже. И, в принципе, можно уже посмотреть, какие адгезионные моменты у нас, да, с материалами произошли. Или газоблок, да? Это вода, это грунтовка была. Да, 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 у нас здесь грунтовка была, здесь вода. Вот, можем посмотреть еще стекло специально в разрезе, вот. То есть отключить, вот так вот вытащим и посмотрим, что у нас тут. Ну, как видно, да, она очень пористая, вот, и довольно-таки, да, с грунтовочкой. Давайте с водичкой посмотрим. Вот с водой у нас. Да, ножиком можем попробовать что-то. То есть она вот прям... Как одно целое стало, да? Одно целое, да. Разрушается вместе с блоком. Вот. То есть если отрывается, то отрывается даже с газоблоком. Вот. Так, еще я помню, мы тут выравнивали все. Такая вот была система, неровная. Большой слой накладывали. Большой, да. Слой. Да, большой слой был. Как видим, да, в принципе, усадку он не сильно дал. Если посмотрим по плоскости, да, здесь был перепад где-то даже в районе 2 сантиметров, ямочка такая глубокая была. Вот, как видим, в принципе, основание ямочек, вот этих вот ложбиночек не осталось. Все было ровно, как нанесли, так и осталось. Что скажешь ты? Я единственное хотел поправиться, чтобы нас не закидали там комментариями специалисты, что набор прочности набран, да, прошла неделя, вот, а набор прочности у штукатурки у данной такой же, как и у бетона, там 28 дней, ну, как Дмитрий сказал, основная прочность, она набрана уже, да, за неделю, то есть, ну, дальше как бы до полного набора еще будет там 3 недели доходить. Но уже, в принципе, готовый материал, уже полностью, ну, как бы, если бы это был финишный слой, уже все было бы готовая стена. То есть, как показали, адгезия уже полностью набрана, ну, прочность для адгезии уже полностью набрана, то есть ничего не отрывается и так далее. Кстати, хотел вам сказать, что это у нас Дмитрий, сайт штукатур34.ру. А это у нас Михаил. Как компания правильно называется? Юг Ресурсы, Блок Грин, у нас две компании. Вот, находимся мы на Тулака. И, кстати, вот о чем будем сегодня говорить, да, это не просто мы вам, ну, ради развлечения показываем, да, это все имеет применение уже сейчас. То есть уже сейчас, уже сегодня можно эту штукатурку у нас приобрести в компании Натулака. И уже сегодня можно заказать работы у Дмитрия по нанесению данной штукатурки. Итак, что у нас по газоблоку получается, да? Пенопласт, цемент, бетон, красный кирпич, белый кирпич, дерево, XPS и просто деревяшка, да? Давай проверим, где как у нас закрепилось. Ну, по газоблоку закрепилось очень-очень прочно. Проходи, показывай. Пенопласту.
принципе, да, тоже. Вот. Сетку мы добавили, правильно? Да, сеточку добавили. То есть в теории это можно использовать? В теории, да, но смысла нету. Как производитель заявляет, это уже, мне кажется, каждому свое. Кто хочет перебздеть, как говорится, тот может и сетку пустить. Хотел сказать, что штукатурка предназначена именно для газобетона, вот. Ну, а дальше кулибинок своих полно. Хотите сделать на утеплитель, нет проблем. Также и с XPS-ом, да, можно показать тоже его, вот, ну, практически не оторвать. Да, он вот, прямо отсюда, как одно, да, целое получается. Он уже даже на утеплителе, хотя и производитель заявляет, что это именно для каменных материалов. То есть вот бетон, кирпич, там керамзитобетон, газобетон, но даже на утеплителе держит себя очень хорошо, да? Ну, да, немножко похуже был вот у нас, ну, просто недостаточно, может, времени, еще раз повторюсь, да, у нас не 28 дней прошло, а мы ее на второй день начали отрывать, да, и поэтому 24. У нас так, да, если соблюсти все технологии, то, наверное, и оттуда нельзя было бы ее оторвать. И единственное, где у нас был минусовой, скажем так, результат по данной штукатурке, да, это оказалось дерево. Здесь она, да, вот просто отвалилась. Стой, давай ближе. Положи обратно. Покажи, как ты это сделал. Вот. Стоп. Еще включаю видео. Ну, что те, кто, да, не видит, поближе. Давай, показывай, как это. Вот. Она просто отошла. Она, да, просто не держится, да, на дереве. Поэтому вот, ну... Все в курсе. На дерево делать не надо, на такое, да? Но, с другой стороны, у нас было еще один вариант... Вот такая структура, да, она уже ее держит, вот тут уже она так не отваливается, там она вообще отошла, да, а здесь нет. То вот есть, нож. А дерево, давай нож, я попробую ее оторвать. Так, как это называется у нас основание? USB. Так, это USB. USB, да? Да, это USB, и почему USB 3. Приклеилось, да? К нему приклеилось, да, и вот от него уже оно не отрывается. Так, ну вот. С трудом прямо уже, да, вместе с USB оно оторвалось. То есть, ну, опять же повторюсь, прошла только одна неделя, да, и мы сразу его, ну, терпения у нас не хватило, да, и мы его рушим. Вот. То есть, единственное, где оно не схватилось за эту неделю полностью, это была обычная доска, да. Ну, зато одно целое. Вон там. Вот, на USB получилось оторвать с трудом, но получилось. С остальных материалов мы нигде не смогли вообще оторвать ее. Вот, вернем, ну, назад. Давай еще по кирпичам пройдем. По кирпичам, да. Показываю. Вот. Не отколупывается практически. Да. Вот. То же самое и с керамикой. Что силикат, что керамика. Советуем, да? То есть, в принципе, да, кирпичи можно... Ну, одно и то же, что и газобетон. Адгезия сумасшедшая, что на газоблоке, что на кирпиче. Бетон. На бетоне пробуем, так. То же самое. Слушай, правда, с бетона тоже не оторвать. То есть подводим итог, что для любых каменных материалов получается, будь то бетон, будь то силикат, будь то керамика или газоблок, вот, штукатурка подходит идеально. То есть это в основном только дерево получается. Да. Не, да. По большому счету, да. То есть, в принципе, тут у нас разницы нет, грунтовка или вода. В принципе, и тут. Да, мы делали на грунтовку, мы делали на воду, мы делали без всего, и разницы никакой. Вывод, что, как производители заявляют, грунтовка не требуется. То есть деньги на ветер без грунтовки. Абсолютно одинаковая адгезия, что и с грунтовкой получилось. Отлично. У вас есть вопросы, что вы тут не увидели, не поняли? Давайте пишите в комментариях, мы вам постараемся ответить на эти вопросы. Да, кстати, вот по поводу сетки еще тоже сказал. Как заявляет производитель, именно что сетка в данном материале, она не нужна абсолютно, так же, как и грунтовка. То есть... Этот материал именно для того и придуман, чтобы делать в один слой, экономить на грунтовке, экономить на сетке. То есть
вообще без этого. Все, что нужно для этой штукатурки, это вода. Можно и больше порвать? Ничего. В принципе, она там тоже чуть-чуть впиталась, да, вот. Ну, да, ну вот. Она отрывается вместе с пенопластом, да, уже. Да, она. Надрывает его и все. Ну вот, да, пенопласт вот втыкается, нож, ну, да, уже, вот. Да, ножом. Ну только с пенопластом, да, да так. Мы тут получалось два ряда. Получилось. Да, да, то да. Есть, в принципе, по-хорошему один ряд можно подойти. Правильно? Да, утеплитель, пенопласт тоже. Без сетки. Без сетки тоже и будет прекрасно, да. Поставить плюсы сюда. То есть сетка не нужна просто и все. А без сетки, ну, как бы, мы можем вот и на эструдии попробовать то же самое, да. Ну вот, тоже как бы она с большим трудом как бы отрывается. Ну, отрывается, да, вот она. Адгезии тут такой, конечно, нет, как в каменных материалах, потому что, ну, и структура не пористая все-таки. Вот, поэтому априори она такой же быть не может. Но держаться будет, если вы захотите ее очень сильно отбить. Ну да, я думаю, здесь вы сможете ее отбить. А вот на каменных материалах уже вряд ли это получится. Это так, на огонь очень сложно. Будем проверять. Ну мы же обещали, а мы свои обещания держим. Да. Мы вам обещали проверить все эти носители на огонь. Как говорят производители, этот спадар не горит. К0, да. Давай вон тот, а дерево который. Да. Для нас это тоже первый опыт, ни разу этого не делали никогда. Вот перед вами на камеру делаем это впервые. Мне пока страшно, вы свидетели. Не знаю. Для примера, я хотел, ну, говорить. Да, он тонкий, ну, думаю, что такой нет, вряд ли. Он мокрое дерево еще тоже. Но он уже то же самое, да. Вот, вот, начинается. Ну, он начинает, да. Да, вывод загорелся, да, я увидел. Тонкий, кстати, слой, да, и, ну, мы когда с другой стороны жгем, на этой стороне не меняется цвет. То, ну, есть да, вот да. На 5 миллиметрах слоя, да, мы когда одну сторону жгем, на другой стороне он получается холодный, даже цвет никак не меняется. То же самое, когда мы проводили испытания по газобетону, да, то же самое делали, то есть он не прогревается. Потому что эта штукатурка еще является и утеплителем. То есть по-хорошему сейчас нам нужно проверить, пропускает ли он огонь, теплоту, и сгорит ли или загорится утеплитель. Это нет. Ну вот. Можешь показать вот так, чтобы камеру руку было видно. Да. Сколько? 2 сантиметра. 2 сантиметра, да. Но вообще никак, ну, ничего нисколько не чувствуется. Ну, во-первых, это утеплитель. Да. И сама штукатурка, она тоже является утеплителем. Дай-ка вот. Попробую. Вот он, да, вот где это грели, он вот тут он теплый, да, горячий получается, как бы. Но через него не будет, я думаю, проходить. То есть попробую еще вот одну сторону нагрея, вторую нет, мы проверим. Угу. Вот и посмотрим, здесь будет что-то меняться. С одной стороны, да? Да. О, вот, кстати, да, видишь, он греет, а тут нет. Ты с той стороны держишь, видишь, а я с этой держу, я не чувствую. Не, ветер просто задувает и да. Палец немножко. И это 5 миллиметров буквально толщины. Вот, он белый абсолютно, видишь, вообще вот не чувствуется он я с этой стороны. Я хочу сделать фотографию для закладки, чтобы да. Горит. Давай еще раз и как дорогу упадет. На пламени не видно, мне кажется. Не видно, но чувствуется. Ну, наверное, звук есть. По звуку хотя бы будет слышно, да, что она не выключена. Она реально, вот она с этой стороны, она
Да, горячая, а с этой вот она холодная такая, абсолютно, да. И это всего лишь меньше сантиметра. Да, полсантиметра, да. Да. То есть, ну, сантиметр вообще бы ее не почувствовал. Так вот, чуть тепленькая она как бы сейчас. Вот. Ну, суть в чем, я так понимаю, что, да, грубо говоря, если здание утеплить там пенопластом или пеноплексом, да, там, SPS, вот, если нанести штукатурку, то она как бы предотвратит там, в случае какого-то пожара рядом, да, с фасадом будет, деформацию самого утеплителя. Ну, совершенно верно, то да. То есть она не пропустит, единственное, что вот будет пятно, очаг, а здесь уже XPS, она как бы, сами понимаете, не будет плавиться или еще что-то, да, хотя они там тоже заявляют, что такой материал. Не горючий. Не горючий. Да. Вот. И получается как бы защита и от ультрафиолета, да, ну, в любом случае пенопласт, да. XPS да. Нужно финишным покрытием покрывать. Вот. Так как ультрафиолет действует и разрушает, да, этот материал, то этот спадар, штукатурка, она как раз защитит от воздействий от солнца, от огня, вот. От воды, от ветра, потому что, ну, вот те же продувания швов, чтобы не было, если у нас не заполнены раствором или клеем вертикальные швы, да, то как раз штукатурка, она закрывает эти швы вертикальные, и она же еще является еще и утеплителем, получается, у нас. То есть у нас сам воздух в швах, он будет служить как утеплитель, и не будет продувания, потому что с двух сторон закрыты эти швы у нас штукатуркой. Вот. Ну, не обязательно спадаром, изнутри может любой штукатуркой быть закрыта, да? А снаружи мы закрываем спадаром. Хотя эта штукатурка предназначена как для наружных, так и для внутренних работ. Ну что, мы вроде все, что обещали, испытали. Огонь есть. В следующем серии будет лед. Мы проверили все носители, показали, на каком он держится. Осталось изменить второе нанесение на стену, проверить. Ну, да. Финишное покрытие, да. Сейчас мы замешаем раствор и попробуем на вертикальных, да, уже стеночках сделать финишный слой. Нанести и перетереть у нас стерочкой пластиковой, да, как заявляет производитель. Вот, вперед. Ну, а сейчас еще нам погода поможет его проверить. Вот дождь как раз начинается, так нормальный, смотрю, будет. Вот. Ну, и мы там уже показывали, как обливаем стену водой, да, тоже. Ну, вот, мы поливали, сейчас еще поливали, раз показываю, да. Ну, как бы, да, вот. Дождь нам еще поможет сейчас. Смотрите, дальше что будет? Испытания на огонь прошли. Штукатурка спадар не горит. Ролик получился длинный. Поделил на две части. Сейчас нанесем второй слой штукатурки спадар. Смотрите дальше.